Кальмар совершает оборот по телу за одну секунду. Бррр, кровь стынет в жилах от одной мысли. Не неси ерунду. Людям свойственно чушь нести. Уж прости, что не дую в твою дуду. И не подумаю, ты не умна, если не веришь в науку. Позволь, я считаю, ты глуп, а науку считаю скукой. С тобой спорить себе дороже. Может, пожмем руки и разойдемся? Ты к атеистам, я в храм на воскресную. Или продолжим спорить, наполняя сердца местью и ненавистью друг к другу. Итог здесь уже известен. Постой, постой, с чего ты взяла, что я в Бога не верую? Но как же, обычно люди науки пренебрегают верою. Еще говорят, в Москве курдоед, не меришь всех одной мерою. Кровь совершает оборот по телу за одну секунду. Да, это так же верно, как камень, упавший в воду, оставляет волны на поверхности запруды. Это ты молодец, что веришь в науку. А то много таких «не хочу, не буду». В веру подаются, познание мира считают скукой. Как же ты прав, друг мой, все ведь от Бога. Я, ты, автоматная очередь, пыль, дорога. И как без воды река, наука без веры.